Куда поступать в Москве на бюджет с физикой, если ты набрал или планируешь набрать 210 баллов? Меня зовут Глеб Боровский, мои неслучайные зрители. Я преподаю математику с физикой на курсах при МФТИ, а сам я закончил МГУ, физфак, с красным дипломом. Погнали! Открываем сайт МОС.ру, ставим следующие у нас фильтры. Математика, русский, физика, 3 ЕГЭ. Проходной балл от 200 до 220. Ну, небольшой разброс, около 210. И подготовка, бакалавриат или специалитет. Кто не знает, бакалавриат — это 4 года, потом идет магистратура 2 года. Можно поступать, можно не поступать в магистратуру, специалитет — это обычно сразу 5 лет учится, нет разделения. Ну, погнали, что нам предлагает. Итак, первое. О, интересная штука. Дубна. Дубна — это город в Подмосковье, 2 часа на электричке, и вы там. Такой наукоград, лес, все прикольно. За счет того, что он не очень распиарен, баллы не очень высокие. Смотрите, 210, 207, 216 на бюджет. В целом рекомендую для тех, кто готов жить не в Москве. Дальше. Так, Московская международная академия пропустим. МАИ. Ну, МАИ, авиационный институт, это известная штука. Здесь довольно много программ. Есть те, которые, вот, например, авиастроение, ну, стандартное. 212 баллов на бюджет. Не очень высокий балл. Можете попробовать поступить, если интересно что-то в авиастроении. Дальше идет, конечно же, Бауманка. То есть, смотрите, три, давайте запишем. Дубна, дальше у нас был МАИ, а чтобы вы поняли, что на самом деле их не так много. Дальше МГТУ, МГТУ — это, естественно, Бауманка, и в Бауманке у нас тут сколько программ предлагает? 4 штуки, но заметьте, здесь кое-где он указывает бюджет, например, 247, а платное 215. Ну, то есть, по бюджету, например, вы сюда бы не пройдете с 210 баллами, зато можно рассмотреть другие, на который бюджет вам хватит. Еще немаловажный фактор, смотрите, вот здесь вот такую вот, для парней это актуально, смотрите, вот такую строчку: есть военная кафедра. Например, в Бауманке она есть, в МАИ она есть, а вот в Дубне нету, военная кафедра. Так, Станкин тоже неплохой, можно рассмотреть, не сильно много про него знаю, но в целом даже ребята оттуда когда-то учил. Так, МГУ. Ну, МГУ — это моя тема, я в курсе, советую. МГУ — это интересно, это прикольно, это комьюнити, это жизнь, там вот на вот этом вот, где МГУ, все это вокруг, это учеба. Кто не знает, кстати, вот эта вот высотка МГУшная, это практически вся общага. Поскольку я сам учился в МГУ, у меня там была даже комната, это очень прикольно. То есть у тебя комната прямо в МГУ, там дойти до физфака мне было буквально 5-7 минут. Ну, это приятно. Ну и в целом МГУ говорит само за себя. Здесь можно рассмотреть геологию, можно рассмотреть физфак. Но заметьте, здесь вот, например, на физфак 328 баллов. Что это значит? Это не значит, что надо больше 100 набирать за каждое ЕГЭ. Нет. Здесь можно набрать 250 с 3 ЕГЭ, а потом добить ДВИ. То есть здесь обязательно надо сдать дополнительное вступительное испытание, 4-й экзамен по физике. И если вы 250 набрали, то потом 57-58 еще набрали за ДВИ и поступили. Запишем. МГУ. Так, МГУ ПП пропустим. МГПУ педагогический. Если есть желание быть педагогом, учителем, почему нет? Политех. Да, политех. Давайте запишем. Политех. Бюджет 200 баллов, прикладная механика, вперед. Так, МТУСИ пропустим. МИСИС. Последние годы МИСИС прям фигачит вперед по баллам. Я смотрю, растут каждый год у него баллы. Рекомендую, если хватит куда-то поступить, можете попробовать, если интересны стали сплавы. Ну и в целом такая вот, как инженерия. Это у нас МИСИС. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока шесть, не так много. Вышка. Но здесь, почему вышка сюда попала? Потому что в платные баллы залезла она. По баллам платным можно поступить. На бесплатное, на бюджет. Вышка все-таки, конечно, это 250+. Конкурс очень хороший. Но если куда-то получится, в ше, но это, конечно, топовая штука. Пробуйте. МИФИ обязательно запишем. Это у нас ядерный, где он? Вот он, МИФИ. Национальный ядерный исследовательский университет. Зачем мы сюда вернулись? Вернемся сюда. Так, ну здесь тоже есть, здесь в целом баллы очень-очень высокие, 250+. Куда-то можно на платку попробовать поступить. Блин, ну вот на бюджет что-то везде 240, 250 и так далее. Ну, МИФИ, это да.
Так, гуманитарный пропустим, бла-бла-бла-бла-бла, Косыгина. А, вот, Губкина, конечно, Губкина. Кто хочет с нефтью быть связанным, вперед в Губкина. Смотрите, здесь у них есть военная кафедра, приборостроение 201 балл. Ну, сказка, сказка. Это именно тем, кто хочет быть связанным с нефтью. Ну и РУДН. Не скажу, что профильная штука, физика в нем. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 университетов в целом могут вас принять. Ну, с вышкой, конечно, вопрос, и с МИФИ тоже есть вопрос по баллам. Ну хорошо, 7. Заходите на каждый сайт и смотрите. А если хотите, чтобы я разобрал какой-нибудь конкретный, пишите в комментарии. Успехов!